Эй, ты! Покажи мне. Пусти нас. Добро пожаловать в монастырь Иноса. Я брат Педро. Что ты хочешь? Я хочу войти в монастырь. Доступ в монастырь открыт только для слуг Иноса. Если ты хочешь помолиться Иносу, иди к одному из придорожных алтарей. Ты найдешь там успокоение в молитвах. Что нужно сделать, чтобы меня приняли в монастырь? Поступление в монастырь невозможно для тебя. Ты уже выбрал свой путь. Что это за правило, по которым вы живете? Инос – бог правды. Если ты согрешишь против брата, Инос также бог правления. Будучи послушником, ты должен проявлять послушание. Понятно. Кроме того, я хочу… Ты уже выбрал свой путь. У меня есть вот эта статуэтка. Думаю, она пропала из монастыря. Теперь я могу войти? Боюсь, даже эта драгоценность не откроет тебе путь внутрь. Ты уже выбрал свой путь. Расскажи. Мы живем в монастыре. Маги присутствуют. Я могу... Конечно. Я позабочусь о... Мне никогда не открыться без правильного ключа. Мой муж думает, вдруг совсем жизни не стало. Совсем жизни не стало. Ему нельзя доверять.
Все об этом знают. Ладно, не говори мне об этом. Ему нельзя доверять. Все будет только хуже. Мой муж думает по-другому. Рано или поздно это должно было случиться. Это было очевидно. Эй! Насчет людей пропа... Да? Я знаю, где находятся пропавшие люди. Что ты узнал? Человек по прозвищу Уоррен спрятал их в удаленной части Харинис. Почему ты так уверен в... Я читал его приказы. Вот. Отличная работа. Я боялся, что мы никогда не узнаем ответа на эту загадку. Отлично. Вот. Он слушал не тех людей. Не говори, что ты не знал этого. Это не удивляет меня. Где ты болтаешься так? Мне нужны еще шкуры. Ты принес их? Это было всегда очевидно. Я принес несколько шкур для тебя. Не могу. Волчьи шкуры, это хорошо. Шкура варга? Это опасные звери. А, и даже шкура мракориса, она дорогого стоит. А это что за шкура? Черт побери! Я снял ее с тролля. Это? Она стоит целое состояние. И шкура черного тролля. Надо же! Отличная работа. Заходи ко мне еще, когда у тебя будут шкуры. У меня собственное мнение на этот счет. Покажи мне. Не говори, что ты не знал этого. Но Аданос боялся. Первый раз слышу об этом. Когда зверь вернется на землю. Это плохой бизнес. Он не заслужил. Никто ничему не учится у меня. Эй, ты! У меня собственное. Я нашел письмо от Люсии. Что? Дай его сюда! Все будет по-другому. Нет, я не верю! Я просто не могу поверить! Она не может меня вот так вот бросить! Забери это письмо! Я не хочу его видеть! Я сам не лучше. Ты можешь? Если еще... Элврих снова будет на тебя работать. Будем надеяться, что он больше не будет убегать, как только очередная девка покрутит задницы перед его носом. Возьми это золото в качестве награды за возвращение ученика. Где ты это услышал? Эй! Говори, что ты не знал этого. Стой, пока ты обвиняешься. Иди к лорду. Это было так, как ты сказал. Я сам не лучше. Это море освободило землю. И появились различные создания. Деревья и животные. Волки и овцы. И, наконец, появился... Ладно, не говори мне об этом. Ты хочешь сказать? С чего? Выбирай сам. Но даже если, например, твой навык... Правда в этом, тебе нужно просто начать. Каковы... Это просто. Каковы твои обязанности? Эти олухи машут мечами. Ты можешь...
Что тебе там было нужно, а? Хорошо, что ты пришел. Я не потерплю. Ты должен за... Сколько? 50. Умный, я хочу мальчик. Заплатить штраф. Хорошо. Насчет ги... Да? Я... Хорошо. Как обстановка? Все под контролем. Я пришел получить награду за преступника.